Масао Кавазоэ – один из лучших мастеров карате в мире. Он родился в 1945 году на острове Кюсю на юге Японии. В юности он тренировался 6 дней в неделю по 3 часа на протяжении 4 лет. И вскоре Кавазоэ заметила Японская ассоциация карате. Юноши пригласили на курсы известного мастера Накаямы, который он успешно закончил. Когда Кавазоэ присуждали статус международного инструктора, Накаяма сказал, он достиг такого уровня мастерства, который дан не каждый. Его техника вдохновляет всех на стремление к идеалам карате сёдокан. Сейчас Кавазоэ знаменит на весь мир. В Одинцово-сенсей бывал не однажды. Я приезжаю сюда дважды в год, и каждый раз я вижу у ребят заметное улучшение. Всякий раз семинары Кавазоэ вызывают огромный интерес у профессионалов, любителей и новичков традиционного карате. Сегодня у нас общий семинар. Сейчас начальная фаза – это все вместе, а потом будет разбиты по группам, и старшие пояса останутся в своей группе, чуть помладше пояса останутся в своей группе. Как всегда, сенсей показывает что-то новое, что-то интересное и оставляет, наконец, для нас, для старших ребят, для старших поясов, какие-то высшие технику, уже более сложную, более продвинутые, высшая ката. Техника кумите. Масао Кавазоэ также принял у одинцовских спортсменов экзамен. И теперь 10 каратистов могут похвастаться черными поясами. Встреча с мастером вдохновляет наших каратистов на новые достижения. Постигать вот эти основы, еще раз открывать для себя какие-то моменты в базовой технике, это очень интересно. После посещения семинаров Масао Кавазоэ понимает, что обучение боевому искусству – это долгий путь, и он может продолжаться всю жизнь. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».